Тарифы на электроэнергию для промышленности после ввода в эксплуатацию белорусской АЭС могут снизиться на 30%. По планам, тариф уменьшится на 3,4 цента. Сейчас промышленность закупает электричество в среднем за 11,3 цента за киловатт-час. Снижение себестоимости электроэнергии решит вопросы не только в реальном секторе экономики, но и сделает более плавным переход к 100% оплате тарифов населением. Тем временем на белорусской АЭС завершены стресс-тесты. По их итогам будет подготовлен национальный отчет, который представит в энергетическую комиссию ЕС. Это собственная инициатива Беларуси, чтобы еще раз подчеркнуть открытость атомного проекта и готовность к диалогу. Сейчас 95% электроэнергии в Беларуси приходится на газ. После запуска АЭС около 28% будет вырабатываться за счет энергии атома. Белорусская АЭС строится в Гродненской области по проекту нового поколения 3+, с двумя энергоблоками. Первый планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020. При выборе проекта для строительства станции главным приоритетом была безопасность. Беларусь активно сотрудничает с международными организациями в области атомной энергетики, в том числе МАГАТЭ и Всемирной ассоциацией операторов АЭС. Сегодня атомные электростанции использует 31 страна. Подавляющее большинство находится в странах Европы, Северной Америки, Дальневосточной Азии и на территории бывшего СССР. В мире действует 449 энергоблоков. Еще 60 находятся в стадии строительства.